В этом жилом вагон-доме завершают отделочные работы. Передвижные конструкции – непременный атрибут любых строительных объектов. Новые современные вагончики кардинально отличаются от своих примитивных предшественников – комфортом, размером и качеством. Также мы изготавливаем вагон-дома с наружным каркасом и из профлиста. То есть мы готовы закрывать растущие нужды наших потребителей в любом ценовом сегменте и по качеству, и по количеству. С начала этого года их отгрузили уже около 700. Намерены достичь рекордного показателя – 1000 вагонов разного типа. Жилые, восьмиместные, стандартные, четырехместные, двухместные. Двухместные повышенной комфортности, то есть там и санузел, душевая в нем есть. Такие вагончики – главный конек предприятия. Популярнее только бытовки. Они меньше по размеру и значительно доступнее в цене – от 160 тысяч рублей. Но этим ассортимент предприятия не заканчивается. Здесь могут собрать переносную баню, дачный дом и даже офисное здание. Сейчас проектируют двухэтажный автоцентр площадью более 300 квадратных метров. А ведь начинали с малого. Начинали в свое время с одного вагончика в 3 месяца, потом 3 вагончика в месяц. На сегодня вот в этом главном корпусе мы способны делать 70 вагончиков в месяц. Такая динамика была бы невозможна без капитальных инвестиций в оборудование. Помогла программа господдержки малых и средних предприятий. Она действует уже 10 лет и позволяет получить по договорам лизинга до 10 миллионов рублей в год. Благодаря этому свыше 800 предпринимателей за последние 3 года смогли развить свой бизнес. Производители мобильных конструкций вложились в сварочные машины и транспорт. Это китайский гибочный станок, который позволяет нам производить продукцию, не прибегая к мерам, вернее, к сторонним организациям, которые за всю работу берут большие деньги. За 3 года фирма получила из бюджета около 1,5 миллиона рублей. С помощью этих денег удалось не только существенно сэкономить, но и улучшить качество продукции. Ольга Коренева, Александр Захаров, СИБ-Информбюро.